В Ульяновской области активно ведется подготовка к содержанию дворовых территорий, парков, тротуаров в зимний период. Управляющие компании города подготовили всю необходимую технику для уборки снега и поддержания порядка на дорогах зимой. Всего на уборке будет задействовано 111 единиц техники, в том числе 55 – это собственная техника управляющей компании, и оставшаяся часть – это техника, привлекаемая по договорам аренды. Город будут убирать 950 дворников, управляющей компаниям запасено более 1200 тонн песко-соляной смеси. Уборка дворовых территорий и парков будет проводиться в утренние часы. Согласно принятым нормативам, после выпадения осадков снег должен быть расчищен в течение 2 часов. Для удобства и безопасности жителей также закуплена техника для ликвидации наледи на крышах домов. На сегодняшний день у нас 4 единицы техники, это непосредственно для уборки снега, 3 единицы постоянно в пользовании, 2 единицы для нанимаемых для уборки наледи. Именно колейности. Вот. На сегодняшний день дополнительно имеется автовышка. Это для сосулек и, соответственно, наледи на кровле убирается. Уборку и благоустройство дворовых территорий обсуждали на тематическом совещании. Были рассмотрены новые предложения по увеличению качества обслуживания парков и скверов города. Особое внимание уделено состоянию тротуаров. Для их содержания планируется закупка новой современной техники. На собрании также были внесены поправки распределения бюджета. Сергей Морозов предложил отказаться от дополнительных трат на новогоднее оформление. Это позволит улучшить качество обслуживания города. Нам есть куда деньги потратить. Вот мы, видимо, с вами на том, что здесь и на технику нужно, так сказать, и на то, чтобы, так сказать, принять 300 рабочих. Поэтому убедительно прошу проработать вопрос с главной администрацией районов. Это не значит о том, что мы совсем не будем оформлять. Но вот траты не должны быть превышать прошлый год, а еще лучше, так сказать, они должны быть существенно меньше. Хорошо, Сергей. Значит, поэтому вот, не делайте ничего, так сказать, там дополнительно, никаких не тратьте денег. Я говорю, значит, нам главное... Значит, качественно содержать сейчас город, не хотеть там шарить, фонарить. По словам губернатора, торги на закупку новогодней елки для центральной городской площади также будут отменены. Все имеющиеся средства в этом году будут направлены на более важные статьи расходов. На 2021 год запланирована программа по благоустройству Засвияжского, Ленинского и Заволжского районов города. Машинный парк также будет пополнен. Уже до 1 апреля будет закуплено 28 единиц новой техники, а к 1 июля еще 61 единица. Александра Никитина, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.